Добрый день. Yamaha C40-я. Made in Indonesia. В черном окрасе. По корпусу сразу же покажу. Вот здесь вот виден небольшой скол, но его замазывали. Так больше по корпусу никаких изъянов нет. Трещин на грифе нету. Также нижняя дека у нас, как была с завода приклеена, также она осталась. Верхняя дека у нас тоже чистенькая, не оторванная. Значит, она стояла на месте заводская. Также заводские колки стоят. Струны, конечно же, не очень хорошие. Черный нейлон звучит сам по себе не очень. В принципе, гитара держит строй хорошо. Все флажолеты прозвучиваются. И вот этот дребезг, он идет, скорее всего, от этого нейлона. Струны под замену однозначно. Так гитара в хорошем состоянии. Все звучит хорошо. На высоких частотах звучит и не трещит. Гитара хорошая для своей цены и для своей фирмы.